Теперь вы это знаете. Вопрос. Что делают в Пимчах? Ответ. Пимчах – это название итальменской деревни, построенной в 2002 году по образу и подобию древнейших поселений коренных жителей Камчатки – итальменов. По сути, это музей под открытым небом. Здесь можно увидеть зимние и летние стойбища, услышать горловое пение, увидеть древние обряды и даже походить по горячим углям. Желающие могут остаться в деревне на несколько дней и пожить в традиционных жилищах. Туристам предлагают здесь попробовать запеченную в печке рыбу, рыбный салат, фаршированного гольца и рыбные котлеты тельно. Теперь вы это знаете.